11 октября в Уфе завершился открытый Кубок России по греко-римской борьбе. В весовой категории до 130 килограммов победителем стал одинцовский спортсмен Сергей Семенов, который одолел в финале Рафаэля Цицуашвили со счетом 9-0. 25-летний спортсмен также является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, чемпионом мира и России 2018 года, серебряным призером Кубка мира.